И кадры, которые мы только что получили от Министерства обороны, российские ВКС нарастили интенсивность ударов по объектам исламистов в Сирии. Сегодня 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 уничтожили пункт управления и полевой лагерь боевиков ИГИЛ, группировки, запрещенные в России и других странах. Ликвидированы 2 пункта переработки нефтепродуктов, большое количество военной техники. Авиация, как сообщили в Минобороны, выполняла задачи в районе Пальмиры, городов Эс-Сухне, Арак, а также в провинции Хомс, где находится станция перекачки нефти. Самолеты вылетали с аэродромов базирования в России.